Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе Назад на рыбалку в СССР ретро ностальгия. И по многочисленным просьбам, меня давно просили, не до всего просто доходят руки, у меня куча ВКонтакте, в Одноклассниках сообщений, сфотографируй блесну, переведи там каталог, фотки. Я просто у меня на это ребят нет времени. У меня работа, канал на YouTube, еще какие-то другие дела. Но я нашел время, решил перевести вам. Вот такой вот каталог охотничьи, рыболовные и спортивно-туристические изделия. Это 1970-1970 год. Это всеармейское военно-охотничье общество. Шесть заводов входило вот. сюда. И каталог здесь также есть и охотничьи, и снасти СССР. Давайте сейчас я закреплю на штатив. И просто Буду страницу за страницей перелистывать, каждая страница 2-3 секунды. Вы можете потом поставить на паузу и все посмотреть сами. Давайте начнем. Ну, буду немножко говорить. Тоже интересно. Ошейники, поводки. Чучело утки. Ну, видите, я сейчас с экрана все прекрасно вижу. Думаю, если все видите нормально. Если с телефона видно, с компьютера будет еще лучше видно. Потому что информация должна всем принадлежать. Мне абсолютно не подумайте, что у меня было каталогов, так что много. У коллекционеров таких. Не подумайте, что мне было жалко это раньше сделать, что просто у меня нет времени. Очень много работаю. Спиннинги. Удилище спиннинговое. катушки Ну и так вот такой вот каталог охотничьего рыболовного снаряжения. Думаю, что эта информация вам окажется полезной, кому-то пригодится. Как нашел время, сразу перевел в видеоформат. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся ставим лайк, и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу Арбал на Кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!